В Тель-Авиве полиция жестоко разогнала демонстрантов. Десятки людей пытались прорваться в здание городского муниципалитета. Они переворачивали автомобили, бросали в стражи порядка камни и бутылки. Полицейским пришлось применить шумовые гранаты, дубинки и водометы. Участников беспорядков арестовали. Разогнать демонстрантов помогла также конная полиция. Пострадали около 40 человек. Ранее тысячи демонстрантов прошли по городу маршем, протестуя против жестокости полиции. Поводом для массового недовольства стало возмутившее общество видеозапись применения силы стражами порядка против военнослужащего эфиопского происхождения.